И здравствуйте, здравствуйте! Я очень рад всех вас видеть, конечно же, вас, дорогие зрители. И это канал Максимадзе и моды на игру «Когда со соседа». О, радость! 1 сентября. Поздравляю всех с началом нового учебного года. Поздравляю тех, у кого он начался. Я к этому не отношусь, я уже давно школу закончил, и в колледже у меня заочка, поэтому у меня начинается не в сентябре, у меня в октябре будет. И первый мод называется «Когда со соседа Максимадзе Эдишн». Давайте посмотрим, что же это такое за Максимадзе Эдишн. Во-первых, играет музычка в главном меню. Это, собственно говоря, тема Максимадзе. Но на самом деле это не тема Максимадзе своя. Это никогда не скрывал. Это музычка из мультфильма «Фиксики. Большой секрет», на самом деле. Там даже, если вдруг не видели, то вам даже не придется искать, на каком иметь. Это прям эту музычку вы в самом начале прям слышите мультфильм. Буквально в самом начале. Так, пока что демо-версия. Давайте, в общем, посмотрим, что у нас тут по уровням. Первые шаги. Показываем съемки в студии Максимадзе вместе с Уи. А так, описание такое же. Прикольно. Кстати, логотип он прикольно нарисовал. Молодец. А интро... А вот это вот начало, как этот... Как у Эндрю Сэма интро. Вот это что за музычка, понять с ними. Надеюсь, она без авторских прав. Принглс добрый и что-то тут еще. А, добрее. Кстати, музыку выключим, что-то я в ней не уверен. А то в прошлом выпуске влепили мне страйк за музычку. Дальше больше. Здесь в описании ничего не изменилось. А это типа оценочки. И Россия, конечно же. Потому что я живу как бы в России. Россия — это для меня самая большая родина. Ну и значки оценок, это он так повторил. И причем старые версии значков оценок, потому что сейчас они разноцветные. Галочка теперь зелененькая, крестик теперь такой более темно-красный, что ли. Ну и эти кружки, вот контуры у них вот эти вот, они тоже белые были, не черные. Так что вот так вот, надо потише звук сделать, мне кажется. Прикольно, интересно посмотреть, что дальше там будет. Кстати говоря, раз уж сегодня 1 сентября, день знаний, то хочется поговорить об одной довольно бесячей, по крайней мере, меня вещи. Ладно, давайте не будем это проходить. Есть, короче, вот телевизор, когда включен, вы наверняка где-то в середине августа там видите рекламу, где, например, вот так вот говорят: в школу за высокими отметками, в детский мир за низкими ценами. Вот я вот слышал, и когда в школе учился, меня эта реклама бесила всегда. Она вот так и навяжутся о школе напомнить, а? Вот просто бесит. Просто это бесит. Вот вообще прям. Не могу. И... У меня двоюродный брат, Вовчик, ему 6 лет будет в ноябре. Я ему говорю: вот будет тебе 7 лет, в школу тоже пойдешь. Ну, он ближе к 8, думаю, пойдет. Потому что сейчас он совершенно не готов в школе. А
он сказал, нет, я в 7 не пойду, я в 10 пойду. Ну да. Ну и в общем, и как только мы заговорили, там в телевизоре тоже реклама что-то про школу напоминающая. Он что-то немножко вскипел, услышав про школу, да? Вот я говорю, вот и меня также бесила реклама, которая напоминает мне о школе. Ну это бесит. Вот напишите в комментариях, у вас тоже бесила реклама такая? Я думаю, она всех бесила. Это... Реклама напоминала о том, что каникул осталось немного, и скоро в школу в эту опять возвращаться нужно. Но это просто раздражает. Сейчас, слава богу, я смотрю, и мне уже пофигу на эту рекламу. Потому что я школу закончил уже. А в колледж мне не 1 сентября надо. Колледж не 1 сентября, потому что заочно. Но тем не менее, напоминает о том, что этот... Когда-то было время то, что меня реклама это просто бесила. Следите за тем, как сосед смотрит контент Максимадзе. Воскресный отдых сосед развалился с непременной бутылкой пива в руке и смотрит контент Максимадзе. Ну, ладно, хороший выбор у него, наверное. Короче, давайте посмотрим. Может, на этом уровне хоть что-то изменится? Ну да. Это кто такие вообще? Я таких не смотрю. Эй, а куда ты пошел? Не понял ничего. Это как? А что с уровнем происходит? Что с дверями вообще? Что за бред с уровнем-то, ё-моё? Я аж пиво не применил. Слабительное. Да, и Вуди у нас с читом, кстати. Вуди под спидами. Вот так вот. Какая музычка заиграет, кстати. Та же самая. Я не уверен в музычке, поэтому... Нет, я не понимаю, что с дверьми-то вообще не то. Ну что ж, неплохо. Короче, давайте поставим этому моду плюс-минус. Так-то мод на самом деле говно, но очень приятно, что как бы в честь моего канала сделан такой мод. Было действительно интересно очень посмотреть. Поэтому плюсик к этому еще прибавляю.
большой. Ладно, давайте перейдем к следующему моду. Как достать соседа Вуди в ловушке? Опять я чую, жуть какая-то будет. Туториал, слушай внимательно, надеюсь, меня никто не подменит, не заметит. Это первый обучающий уровень в моем старом доме. Здесь тебя ждет смерть. Не пробуй это дерьмо, поскольку Вуди будет... Чет в отчет, что-то. Чего ты ждешь, запускай и тренируйся. Ой, какой ужас. Глаз и нос отпали от него. Сделать тише надо чуть-чуть, во-первых. И надеюсь, музычка не... С музычкой нормально все будет. Совет. Советов нету. В автобусе усыпили, не в такси. И не в лаборатории, а в доме. Давай знакомиться. Меня зовут Флиппи. Я ветеран войны, пострадавший травмой психики. Я вас забрал, чтобы пытать вас. Ах ты гад, вонючий, зеленый, зубастый. Дебил. С сердечным носом, блин. Чё ты сказал? А, блин, я не могу выйти в меню. А тут просто баг произошел, из-за которого мы не будем видеть пакости процента. Да, вот я не люблю хардкорные моды вообще. Это ужасно, это просто ужасно. Ну, честно говоря, мы это, конечно, не пройдем. Может, давайте посмотрим вот это вот. Понятно. Давайте просто эти уровни посмотрим. Я эти уровни точно не пройду, но вот возможно... А тут даже ничего менять не стали. Вот, возможно, я смогу пройти этот четвертый уровень, скорее всего. Попробуем. Ну, а так пока это... Опять отдыхаем. О, а здесь он по-другому его убил. Так, неожиданный сюрприз. Знаешь, я тоже был маньяком, сейчас уже пытаюсь. Я убил лапочку в флойке и на тебе, неважно, продолжай, короче. Да. Ну, опять же, по локации ничего не изменено, но по звукам-то... Да блин, какой ужас, а. Ну ладно, вот третий уровень. Вот четвертый уровень мы можем, возможно, уже будет, я думаю, нам пройти. Ты знаешь такую игру Лунтик Икс, проклятый омлет? Нет, не знаю. Но слышал. Эта игра очень стала популярна, несмотря на свой тупой сюжет. Эх, это очень печально, что она стала популярна. Я против. Тьфу, ты забыл, ротвейлер сделал себе омлет, но непростой, и если ты ему попадешь... А, короче, неважно. Погнали. Надеюсь, этот уровень хоть пройдем. Надеюсь, на эти музычки авторских прав нету. Но в этом уровне уже можно... Но здесь можно пройти в эту комнату зато. Только вот я совершил ошибку, что зашел туда, я потерял кучу времени. Придется попасть ему на глаза и заново начать уровень. Он иногда ржет после этого, иногда нет. Вот этот звук уже даже задолбал, если честно. И этот тоже. Господи, это что, блин, было такое сейчас? Да что ты делаешь вообще? А, спрятаться нельзя, мы идем, мы здесь типа прячемся.
А почему мыло не положилось? А пакости не сработали? Так, я хочу еще раз. Давайте еще раз. Я что-то такое чувствую, что пакости тупо не ставятся. Сейчас попробуем еще раз. Если пакости действительно сейчас не будут ставиться, работать, то ну нафиг его тогда. Может, надо подольше подождать. Да бесит этот звук уже, просто достал. Понятно все. А, тут предметы еще про. Короче, тут предметы еще поменяли местами. Футбол и пианино. Посмотрим эти два уровня и закончим это с этим. Так, а тут поди еще и портал. Да, портал, да блин. Только не заставляйте меня этот уровень проходить этот мод, ни в коем случае. Февраля 2022. Start remembering what you hear. Так-то лучше будет. Ой, короче, ладно. Этот. Пусть будет плюс-минус, конечно, за работу. Как бы видно, что старался автор. Но все-таки я такое пройти не могу. Даже не заставляйте меня. Давайте посмотрим, что дальше будет. Следующий мод называется просто первый мод. И все. И пока, и в главном меню вообще ничего не изменилось. Уже я пока вижу. Посмотрим, что у нас тут. Первые шаги. Может быть, на уровнях, я надеюсь, хоть что-нибудь изменилось. Ну да. Попугайчик обставил, молодец. А, он не функционирующий. С этим понятно. Дальше больше. Так, ну ладно. С обучающий уровень проходить не будем. Просто посмотрим, что изменилось. А здесь вообще ничего не изменилось. Ладно, давайте пройдем хотя бы один уровень. Но так я что-то вообще изменений только не вижу. Только на первых двух уровнях обучающих я что-то изменилось. А так просто нифига. Я очень прошу авторов модов стараться над своими модами, потому что убогие моды, это, ну, они просто надоедают, очень-очень надоедают. Давай. Я хочу пакость уже сделать быстрее. И проверить, есть ли какие-нибудь изменения по звукам тут. И по анимациям. Но я уверен, что нет.
Сейчас этот уровень пройдем, если на следующих уровнях ничего не изменится, то закончим этот мод. Давай, давай, садись быстрее уже. Любовь к пиву. А, ну тут описание изменено. Суббота, сосед уселся в кресло своего любимого бутылка пива в руке. Время, когда заканчивается пиво, он непременно бежит за новой. Как же будет улучшить? Ошибочки есть. Момент для пакости. Поживем, увидим. Посмотрим. Сейчас этот уровень. Ага, все-таки есть изменения. Ну ладно, тогда давайте пройдем уровень. Если есть. Вот это вот как-то, только вот это вот немного странно, по-моему. А, тут другая пила, короче. Пила, но просто другая. Телевизор, может быть, типа компьютер, но тем не менее, вот эту вот часть телевизора-то мы видим. А вот и телевизор появился. И два кресла. Два кресла, черт возьми, тут у нас. Давай, давай, побыстрее. Хочется уже поскорее посмотреть все изменения в этом моде и перейти к следующей игре. Ой, бежать же надо. Что-то я за слоу покил, короче. Да, зачем ему еще одно кресло, интересно? Или он диван собирается сделать из обоих кресел? Я так и думал, здесь у нас ничего не изменилось. И здесь тоже. И здесь наверняка. А
А вот здесь изменилось. Но по описанию. Но не по описанию. Даже не знаю, надо ли второй сезон открывать или нет. На второй сезон я, если честно, не рассчитываю. Немножко неровно, но тем не менее видно, что как-то... А, ну ковра еще нету. Кусок ковра остался здесь и здесь. Нет у него. Посмотрим, что здесь. Может, тут есть. Здесь тоже есть изменения. Ладно, очень понятно. Мне что-то, мне, честно говоря, лень проходить еще. А, ну ладно, раз уж прошли два уровня уже. А надо три для того, чтобы открыть второй сезон. Ну давайте, давайте пройдем побыстрее яблочный пирог и посмотрим. Да дебил не туда. Так. Соль на микроволновку. И взбитые сливки подменяем на пенную бутылку. А. Лёхи тут отвечал, писал мне в телеграм. Ай, блин. Давай, давай, давай. Грей уже быстрее, съедай пирог этот, блин. Отлично. Посмотрим, что по второму сезону. Я почти уверен, ну я почти уверен, что там ничего не изменилось. Да, тут ничего не изменилось. Здесь. Здесь ничего не изменилось. Здесь, я так понимаю, тоже. Ну, я же говорю, тоже ничего не изменилось. И здесь наверняка. Ну, третий сезон точно смотреть не будем. Там по-любому ничего тоже не изменилось. Короче, я понимаю, мод первый, но очень-очень не слабо, поэтому дизлайк. Давайте еще какой-нибудь один мод посмотрим.
Так, следующий мод называется просто Neighbors from Hell. Короче, опять ничего в менюшке не изменилось. Но здесь у нас, я смотрю, этот сезон игры один. 4 уровня всего. Ну ладно, посмотрим, давайте. Что у нас тут имеется? Отсутствует дверь на кухню. Туда можно зайти теперь только с гостиной. И это, конечно, фигово. Как же нам войти на кухню-то? Чё ты встал? Иди. Ну а что с креслом тогда делать? Скрученная антенна, мы просто телек ему отключили. Открыть шкаф. Спрятаться в нем нельзя, можно... Значит, да. Шарики из него взять и разбросать где-то. Почему же нельзя пердушку-то на кресло положить? Как это может быть вообще? Может, что-то не так я сделал? Так, а как так? Ну а что сделать надо? А, и выйти тоже нельзя. Да пошел ты нафиг, уровень первый. И сразу же сюрприз ко дню рождения. Не у телеэкрана, а сразу же этот день рождения. А тут нету света на уровне. Короче, первый уровень хрен пройдешь. Так, ну Тор переместился на гостиную. Может, здесь хотя бы по кости можно будет пройти. Выполнить. Как так-то? Ну, здесь только можно на поле. А что здесь надо сделать? А, ну нормально так. Что так долго-то, ё-моё? Прикольно, кстати, в темноте выглядит. Да как так-то? Как это может быть? Так, у нас остается из еще вот это только пакость. То есть их будет 4, не 5. И какая же беда, бумага никуда не подходит. А, нет. Сразу же 4 сработало, но каким образом? Я не засорял. А, шутиху я туда засунул уже, точно. Ладно, тогда все сходится. Я уж хотел покинуть уровень через дверь. О, господи. Футбольные баталии у нас сразу же идут. Здесь у нас что-то...
как-то тоже ничего не поменялось, по-моему. Это он из комода же достал, да? Короче, с этим понятно. Давайте тоже банный день у нас тут. Ну, короче, это мод с пакостями шиворот на выворот, что предметы некоторые применяются не туда, куда нужно. Короче, этот мод, не знаю, снова дизлайк. Ну и давайте на этом закончим. Спасибо за просмотр, с вас и косподписывайся, с меня эпичные видосы, подписывайтесь на стримовский канал, влоговый канал, вступайте в ВКонтакте и всем пока.